Всем привет! Это план покупок и гид по каталогу номер 11 компании Faberlic, который у нас будет работать с 22 июля по 11 августа, полных 3 недели. Очень много новинок и акций, вот мы это все сейчас посмотрим, видите, сколько стикеров. Ну, а я начну с того, что у нас будет в подарок за первый заказ нашим новичкам, которые зарегистрируются в период действия этого каталога. Очень классные три подарка, и сумма этих подарков в каталоге 1697 рублей. Именно на такую же сумму нужно будет сделать заказ по этому каталогу и оплатить его в период действия этого каталога. То есть нужно будет успеть и заказать, и оплатить. Для вас будет сразу же предоставлена 20% скидка от этой суммы. То есть это получается, ну возьмем 1700, умножим на 20%, это 340 рублей будет скидка, то есть сумма заказа уменьшится на последнем шаге, но добавится сумма доставки, и это будет сумма вашего заказа. Ну а со следующим заказом в каталоге номер 12 вы получите вот этот набор средств: гидрофильное масло, активный крем для лица и повязка для того, чтобы делать маски, чтобы убирать волосы, когда вы делаете маски. То есть сумма подарка равна сумме вашего заказа. Это очень круто. Рекомендую. Проходите по ссылке, регистрируйтесь и выбирайте все, что вы хотите. Вы можете это сделать даже до начала действия каталога. Тогда у вас будет немножко другой подарок. Посмотрите, что в подарок идет в 10-м каталоге. У меня есть обзор на него, там порошки и кондиционеры, проходите, смотрите, ссылочку вам оставлю. Ну, а я начну все-таки с того, что чем у нас представлен этот каталог на обложке, это новые зубные пасты. Вот буквально я в своем видео про пустые баночки, куплю, больше не куплю, сказала, что все с пастами завязала, если что-нибудь новенького не будет. И я снимала то видео, когда еще не вышел 11-й каталог, в общий доступ его не выложили. Я не знала, что у нас будут новые пасты, и сказала, все, я больше не куплю никогда, никогда. И тут просто сразу несколько новых паст в линейке Нуки. Я, честно, посмотрела, очень красиво все это представлено, очень задорно, мордочки на пасте нарисованы. Я не знаю, они будут на тюбиках или нет, но в каталоге представлено, ну, просто мега позитивно. Мне очень понравилось, я, представляете, сидела и выбирала, какую же мне купить. Я реально думала, какую мне купить. Ну, и пока еще я не определилась, куплю, не куплю, но все-таки меня, конечно, тянет купить новинку, попробовать, вдруг она меня устроит. Обращаю ваше внимание, снова появилась страничка с QR-кодом, по которой можно навести мобильный телефон или камеру, если у вас там суперсовременный телефон, или специальное приложение установить для считывания таких кодов. И вот у меня, например, приложение, и меня сразу выкидывает на ссылку на сайт Faberlic, там у меня в приложении можно и поделиться, можно информацию посмотреть. В общем, закачайте, если у вас нет, это очень удобно. Зубная паста ночная с экстрактом черники, прям на, для того, чтобы на ночь. Дальше красная паста у нас с грейпфрутом, с маслом грейпфрута. Интересно, из какой части масла добывают у грейпфрута. Ну ладно, утренняя, то есть она на утро. Дальше белая, черная пасты, они соответственно отбеливающие. Это для чувствительных зубов, это с углем. Я предполагаю, что она будет черная, потому что с углем. И хочу сказать, что мне как-то присылали порошок, именно угольный, по-моему, кокосовый какой-то уголь, для отбеливания зубов. У меня дочь им пользуется, она просто любит этот очень порошок, он очень экономичный, но он засоряет щетку. Вот это нужно учесть, щетка стоит некрасивая. Я думаю, что если эта паста с углем, то она тоже будет черная, она тоже будет портить щетку, но при этом будет отбеливать ваши зубы просто на ура. Дальше, желтая зубная паста ананас антикариес и зеленая с алоэ, это здоровье десен. Я пока не решила, что я куплю, но я очень хочу попробовать, реально, я прям загорелась. Дальше, следующие странички, здесь у нас новинки, три аромата по 10 мл, я думаю, что это будет в виде ручки, но это такая стильная серебристая ручка и три аромата. Я думаю, что они будут очень молодежными и, ну, такими летними. Смотрите, первый аромат, основные ноты — дыня, арбуз, персик, то есть это прям фрукты-фрукты. 229 рублей цена по каталогу. Дальше голубой аромат, это аромат Grace FL. Тот был у нас, назывался Play FL.
Значит, здесь лайм, ландыш, фрезия. Мне даже сложно представить, а кроме лайма с горчинкой, не знаю, что тут. И третий аромат — малина, ежевика, клубника, ягодный. И он называется Joy FL. Я точно не буду покупать, потому что, ну, я просто сразу понимаю, что, наверное, не мое. Дальше, акция обмена продолжается, здесь мы будем обменивать ароматы. Поподробнее расскажу в отдельном видео, сейчас останавливаться не буду, хочу вам просто сказать, не выбрасывайте флаконы от ароматов сторонних марок, для того, чтобы обменять их в этом каталоге по очень-очень-очень выгодно. Вот эти все наши люксовые ароматы идут по обмену просто за копейки. Мы дойдем с вами, я вам покажу. Страница 14-15, и здесь любой аромат с минус 60, до 65%. И посмотрите, как красиво представлена линейка Оранжери. Совершенно простые такие флаконы, очень красиво оформленные, и просто обалденная страница. Мне сразу захотелось купить, хотя они у меня оба есть. Но я бы вот по такой рекламе точно бы что-то купила. Мне, кстати, они оба нравятся, но единственное, что вот этот вот немножко сладковатый такой, можно даже сказать, приторный, что ли, а вот этот похож на аромат цветения яблонь. Очень классный, но не стойкий, ну и бог с ним, 399 рублей за 50 миллилитров. Это очень низкая цена. Ну и Collection Privy, посмотрите, здесь 259 рублей. Цена 300 миллилитров, тоже очень многие любят эти ароматы. Конкретно у меня был Рамията и New Blanche. Отдала их, попользовалась, надоели очень быстро, и я их отдала, раздала. Так, страница 19, здесь хотела акцентировать ваше внимание на аромате Вулкана. 55% скидка, очень классный аромат для мужчин, похож на люксовый. 699 рублей. У меня были ассоциации с Dior Sauvage. Но это было зимнее тестирование. Летом у меня муж еще его не доставал. Более свежие ароматы сейчас используют. И хотелось бы для себя даже напомнить, но... В общем, продолжаем. Линейка Lancelot с желтыми ценниками. То есть это любые два продукта. Хоть одинаковые, хоть разные. Пожалуйста, со скидкой. И... Вы можете взять и 2, и 4, любое четное количество. Перемещаемся на страницу 38, и здесь у нас с 60% скидкой вот этот декоративный продукт, который, честно, у меня не прижился, но 149 рублей. Птичка пишет, что на хайпе ты будешь. Это средство, которое можно использовать для макияжа глаз, губ и щек. Честно, я не знаю, как глаза вот такими оттенками красить. А щеки, это если у вас нет тонального крема, если вы не затонировали щеки там, не знаю, в несколько слоев, потому что иначе кремовой текстурой вы просто все это сотрете, размажете. Ну а вот для губ почему бы и нет, да, это очень даже хорошо. 39 страница, и здесь бонус за покупки — блеск для губ. Очень неплохой блеск, конечно, он здесь представлен как зеркальный, но лично у меня ни разу не получилось добиться такого зеркального эффекта. Я не знаю почему, но не удалось. Да, он красиво блестит, да, он тонко ложится, в нем есть небольшой какой-то шиммер, блеск, там, не знаю, перламутр, что-то в нем есть, и он очень красиво лежит, но именно вот такого зеркального блеска, как на фото, я так и не добилась. Дальше, как бонус за покупки, идет тональный крем Stay On. Это мой любимый тональный крем, я уже не раз о нем говорила, сейчас у меня он на лице. Оттенок у меня 62-11, здесь, кстати, в акции этот оттенок не участвует. До этого я пользовалась 62-12, в нем есть небольшой желтый пигмент, и он дает оттенок прям легкого-легкого загара. Ну, это вот для тех, кто хочет попробовать. Остальные я не пробовала, ничего не могу сказать. Буду ли я его покупать? Скорее всего, нет, потому что у меня свежий новый, буквально неделю назад я его открыла. Мне этого будет достаточно, поэтому пока нет. Страница 41, здесь тушь у нас с огромными скидками, ну, розовую я всегда рекомендую однозначно, вот эту тушь я никому не рекомендую, я ее просто вернула, ваш фаворит называется, или не вернула, или я в обратную связь просто претензию написала, в общем, она у меня не красила вообще никак. Ну, и тушь All Day Fresh, неизменный черный, у меня не вызвала никаких ни положительных, ни отрицательных, я, по-моему, ее выкинула недели через две, потому что она просто перестала наноситься как должна. Страница 42. И здесь Lucky Candy Nails. 75 рублей при покупке двух штук.
любые два оттенка, да, то есть каждый будет 70-75 рублей. Но, по-моему, сейчас в 10-м каталоге они еще дешевле, поэтому обратите внимание, очень много интересных оттенков, объем маленький, они не успеют даже засохнуть, вы их просто успеете использовать до того, как они засохнут. 5 мл это не 15, 15, да, это особенно если несколько лаков, это вообще бесконечно получается. И вот я дошла до акции обмена, и посмотрите, Юдашки, все три воды при обмене 799 рублей. Также 799 рублей в этой же акции участвуют ароматы Таленой Ахмадулиной и два аромата Рената. Но я сделаю подробный обзор, у меня есть все ароматы, не знаю, удастся ли мне забрать на обзор розовый Юдашкин, но... Алена Ахмадулиной мне точно нет, аромат на любителя, и я его даже не приобретала. И постараюсь сделать вкратце обзор на все ароматы. Дальше, аромат Флюрет со скидкой 50%, 599 рублей, это очень низкая цена и очень клевый аромат. Вот я им попользовалась, у меня его забрала мама, сказала, мне очень нравится, ходит с ним с удовольствием. Я себе его не докупала, у меня очень много ароматов, и я уже даже... не знаю, что с ними делать, потому что накупила, а теперь не знаю, когда пользоваться. Следующая страница 76, и здесь лаки для ногтей Секрет со скидкой 40%, 199 рублей, и топовое покрытие для этих лаков тоже по такой же цене. Мне кажется, что это одни из лучших лаков в каталоге. Они очень легко наносятся, у них очень удобная кисточка. Единственное, что вот защитное покрытие для оттенков Винилюкс, эти оттенки вот здесь все перечислены, мне не нравится. Оно чуть-чуть подсыхает и начинает полосить. Все, я использую, у меня просто вот тут стоит, знаете, начала снимать видео и об каталог сколола лак. Вот просто так задела, и у меня скололся лак, и я... Перед видео начала ремонтировать ноготь, поставила, вот я использую вот такую вот Орли, топовое покрытие, мне оно нравится больше всего, я готова за него переплатить, но не засыхает до самой последней капли. Последнюю каплю я уже вот чуть ли не вот так переворачиваю флакон, ее достаю оттуда, чтобы допользовать, и ну прекрасное средство, и вот его могу рекомендовать. И вот, кстати, вот эти лаки тоже мне понравились по качеству из серии Very Berry. Но оттенки для меня не летние, и поэтому я купила, у меня есть два оттенка, но красить ими буду, скорее всего, осенью и даже не руки. Так, следующее, что, смотрите, карандаши для губ 149 рублей. Я, честно говоря, карандашами не пользуюсь, просто увидела такую цену, и у кого-то в обзоре видела, что карандаши редко бывают с такой скидкой. Я не слежу за их ценой, но решила вам просто это показать. Дальше, 87-я страница, здесь помада с металлическим эффектом. Кто покупал, я знаю, у меня есть девочка, которая пользуется темно-алым оттенком 44-155. Она уже не раз давала очень хороший отзыв именно на эту помаду. Классно смотрится, но она немножко, ну, как вам сказать... суховато, что ли, то есть она матирующая, как бы вот не писали, что матирующая помада, она не сушит, она все равно не может помада, в которой минимум жиров, не сушить, не может, поэтому, вы знаете, вот в помаду там добавляют и увлажнение, и питание, там и витамины, и там Е, масла, там все что угодно, и то некоторые помады бывают, да, недостаточно питательные, а уж что говорить те, которые совсем обезжиренные, поэтому... все-таки она немножко, губок нужно к ней подготовить. 91-я страница, и здесь карандаши для бровей. Вот это точно я могу рекомендовать для тех, кто любит точить карандаши. Я не люблю, вообще ненавижу точить карандаши, и всегда нужно его затачивать. Когда тебе нужно его затачивать, у тебя нет вообще времени. Вот я это прям заметила. И я купила, я пользуюсь, у меня оттенок 55-27, естественный бежевый, сейчас он у меня нанесен на бровки, нормальная кисточка, я боялась, что ей невозможно будет как-то причесать, еще что-то, но нет, я приноровилась, не с первого раза, но приноровилась, и, в общем, я этим карандашом пользуюсь, уже два раза точила именно в тот момент, да, когда это было мне совсем неудобно, мне надо было торопиться, я искала точилку, потом искала, куда все это вытряхнуть,
В общем, да, не мой вариант, но у меня их два, я покупала их по акции, когда надо было купить два, и я их купила два, и я их, конечно же, использую. Дальше, сочные оттенки карандашей для губ, и не знаю, участвуют тут или нет, любые два карандаша, наверное, участвуют, и карандаши для глаз. Кстати, у нас раньше в такой линейке был светлый оттенок, и, представляете, два человека уже ко мне обратились, которые покупали эти светлые оттенки и сказали, были вот такие тени в виде карандаша. А почему их сейчас нет? Нашли вот эти? Да, говорит, выглядели так же, только светлые. Я уже даже забыла про их существование. Оказывается, да, и я не понимаю, почему у нас теперь нет светлого оттенка, самого-самого такого золотистого, красивого. Я потом вспомнила, да, что он был у меня. Но, к сожалению, самого светлого нет. Косметичка 499 рублей, они у нас были еще дешевле, да. Ну вот, кто не успел, можете приобрести. Я такую косметичку не покупала. Для меня, мне кажется, косметичка должна стоить рублей 100. И вот эти вот элементы на ней лишние, если ты эту косметичку берешь с собой. То есть это будет все в сумке, за что-то цепляться. Если использовать дома, никуда ее не выносить, то да, она очень красивая будет. Ее приятно брать в руки, но куда-то брать с собой нет. Ну и, честно говоря, мне для дома она маловато. Я не знаю, что бы я в нее положила. У меня все косметички домашние гораздо больше. Так, дальше. Линейка Bloom у нас началась со скидками. Сыворотка в каждой линейке с 40% скидкой 239 рублей. Ну, я уже сейчас заказала по акции обмена себе две сыворотки из других линеек. Это пока подождет своего часа. Я пока не буду заказывать. Какие я купила, я вам покажу в обзоре заказа. Дальше, сыворотка 499 рублей, Platinum. Очень люблю эту сыворотку, люблю ее в сочетании с дневным кремом. И у меня даже дневной крем без нее наносился хуже. То есть для тех, у кого есть проблемы с нанесением дневного крема Platinum, он достаточно такой, я бы сказала, вязкий, что ли. То есть его когда на палец набираешь нормально, начинаешь разносить по лицу, и кажется, что он прям, ну, застревает, что ли. И вот, так, вот в этот момент сыворотка помогает. Наносишь на сыворотку, проблема эта исчезает, и пользуешься с удовольствием. Дальше, набор Weekend, ночная маска плюс крем для лица 699 рублей. Я эту линейку еще тоже не пользовала. Уже пятый раз, наверное, говорю, не успеваю я за нашими новинками. У меня есть сейчас другие кремы, которыми уже закончить, и покупать все подряд, начинать и бросать я так не люблю. Поэтому буду постепенно, пока, наверное, распробую, их уже опять заменят. Ну ладно, активный спрей лед 99 рублей при покупке по каталогу на 299 рублей. Всегда есть подозрение, да, что этот спрей лед придет на грани срока годности, но вот сейчас в 10-м каталоге спрей лед у нас тоже по 99 рублей, без всяких условий, можно просто его заказать, не соблюдая никакие там 299 рублей и тому подобное. И приходит он от... У меня пришел от апреля 2019 года, а в комментариях уже отписались, что кому-то вообще, по-моему, май пришел 2019, вообще очень классно. Дальше, рекомендую вам к покупке флюид для лица за 199 рублей из серии AquaSmart. У нас эта линейка, все, видимо, закончилась. И я таким флюидом пользовалась и пользуюсь сейчас. Мне очень нравится. Вот и еще у меня есть крем-гель из этой линейки. Ну вот буду показывать уходовую косметичку, и там про них все подробно расскажу. Дальше. 130-я страница. И здесь у нас набор Гардерика. Ночной, дневной и крем для век всего за 999 рублей. Обращаю ваше внимание, что в тубах кремы Гардерика для нормальной комбинированной кожи, а вот в таких круглых банках для сухой, очень сухой кожи. Кто-то тут задал мне вопрос в комментариях: Марина, какой порекомендуете крем? Я написала, что для 42 года Гардерику рекомендую. Написали кто-то там, а мне тяжеловато. Вот я обращаю ваше внимание, что если вам нравится Гардерика, и зимой у вас сухая кожа, к лету она более жирная становится, то тогда ваш вариант — не уходить из линейки, а просто сменить именно внутри линейки крем. Вот с такой баночки перейти летом на вот этот вариант, и он гораздо легче. Мне лично на зиму вот эти тубы очень легкие, поэтому попробуйте именно
на лето купить в тубах как раз вот по этой акции. Страница 144, и здесь у нас очищающий мусс для лица с энзимами за 299 рублей с 50% скидкой. Этим средством, этим пилингом можно пользоваться летом, потому что там энзимы, там не кислоты. Единственный момент, нужно не просто как обычной пенкой умываться, а нужно минутки полторы-две помассировать лицо с этим муссом для того, чтобы достигнуть максимального эффекта. Никакой пигментации после него быть не может, потому что нет такого агрессивного воздействия, как у кислот, но энзимам нужно время для того, чтобы растворить ороговевшие участки на лице, поэтому рекомендуется его именно массировать там минуту-две, и тогда подействует. То есть кислоту мы просто оставляем на лице, она все разъедает и смываем. А здесь нет, немножко другое действие, нужно именно повоздействовать, помассировать. Дальше страница 146, и здесь у нас очищающий гамаш с эфирными маслами всего лишь 199 рублей. Он был 239, сейчас 199. А насчет сроков годности ничего сказать не могу, я не покупала. У меня есть в запасах еще предыдущий вариант. Поэтому, если кто-то получал, отпишитесь, мы будем знать, стоит его брать или нет. Дальше. Ну, в любом случае стоит, потому что вам не продадут гамаш, который заканчивает свое действие через месяц. Это будет 3 месяца, а то и 4, даже если, да, если у него срок годности подходит. Это будет 3-4 месяца, этого достаточно для того, чтобы 50 мл использовать. Страница 158, и здесь вот с этой странички любое средство со скидкой 40%. Это уже солнцезащитная линейка пошла потихонечку распродаваться, потому что уже конец лета. Ну, конечно, многие до октября ездят, и все пригодится, поэтому кто ездит в этот период, вам повезло больше, вы можете средства покупать уже со скидкой. На следующей страничке очень много полезных товаров для ухода за ногами. Это роликовая пенза, моя любимая, я с удовольствием пользуюсь. И средства для ног, крем винотоник, ну просто влюбилась в него. Бальзам для стоп, гладкие пяточки, очень его люблю, у меня постоянно в использовании. Посмотрите мои косметички, там в каждой он присутствует. Ну, размягчающий крем-компресс для ног, я его, честно говоря, не поняла. Ничего он у меня не размягчал, хотя сейчас многие со мной могут поспорить. Страница 167, и здесь скидки на линейки СПА, и я хочу похвалить шоколадную маску для волос за 199 рублей, я ее покупала за 99, она шла бонусом за покупку по каталогу, и насколько ей неприятно пользоваться, но эффект от нее перекрывает все, что я вижу, она такого коричнево-зеленого цвета, когда ты ее наносишь на волосы, на мокрые, она просто пачкает всю ванну, кафель. Пахнет не очень приятно, но какие после нее волосы, вот я мою ванну и говорю этой маске спасибо, в общем, вот так все проходит. Дальше, линейка средств для интимной гигиены от Expert Pharma с желтыми ценниками, это значит, но только вот эта страничка, к сожалению, прокладки у нас сюда не входят. Так, желтые ценники, помним, да, что это два товара, четное количество нужно купить, чтобы сработал на каждый вот этот ценник, который там прикреплен. Дальше, супер цены, мягкая зубная щетка 119 рублей, по-моему, 159 на нее цена, обратите внимание. Дальше, зубная щетка силиконовая, вот она стала 139 рублей, к большому моему сожалению, но у меня есть хороший запас, я сниму обязательно видео с моими хомячьими запасами, ждите. Дальше, страница 199, и здесь у нас новинка, средство для удаления краски с кожи после окрашивания волос с депантенолом, 129 рублей, вот такой вот флакончик. Ну, я волосы не крашу, поэтому покупать не буду, и, ну, конечно же, обзор сделать не смогу. Дальше стикер на моей просто самой теперь любимой линейке, это для гладкости волос 139 рублей. В общем, в принципе, что я могу сказать? Я с этого разворота могу купить вообще все товары. Вот мне прям нравится все. Единственное, я не пробовала вот эту маску. Наверное, я ее попробую, хотя у меня сейчас очень много масок, и это будет уже, наверное, четвертая или пятая. Но я куплю 139 рублей, скорее всего, куплю. Вот этот кондиционер просто бомбический. Какие после него классные волосы. Сейчас тоже в 10-м каталоге есть на него акция, он стоит 199, но
К нему можно приобрести жидкие кристаллы для волос всего лишь за 99 рублей вместо там, ну, около 200, наверное, они стоят. Так что выгодно вот их вместе купить, и будете точно довольны. Вот эти все продукты рекомендую однозначно. Черный шампунь, я тоже про него в Инстаграме рассказывала, как прекрасно очищает волосы просто до скрипа. И после него все масочки на волосы ложатся гораздо лучше, и волосы прям выглядят такими очищенными, ухоженными. 211-я страница, посмотрите желтые ценники на линейку для новорожденных и обратите внимание, сколько стоит гель для стирки новорожденных. Вот я вам рекомендую его брать в первые часы работы каталога, потому что самая низкая цена, которая на него была, это с 50% скидкой, если его купить, 600 напополам, 300 рублей. Здесь 239, еще будет ваша скидка консультанта, 20 или 26%, ну просто мега супер. Дальше детская линейка, посмотрите, с красными ценничками. Я, кстати, сделала обзор на эту линейку вместе со своим сыном. Смотрите, обязательно выложу на канал в ближайшее время. Посмотрю, в какой день будет лучше, и загружу. Дальше страница 217. Любой концентрат пищевой для наведения красоты 299 рублей. Это тоже самая низкая цена, которая была на него с момента выхода. Следующая, 227 страница. Ну, сиденье из гречневой лузги просто вне конкуренции. Я сижу уже на этом сиденье, наверное, 3 года. 2,5 точно. И у меня ничего с ним не случилось, не деформировалось. Приятные очень ощущения. Я не знаю, как бы я сидела без него на кресле из искусственной кожи. У меня, наверное, все время была бы мокрая попа. А вот это сиденье, оно просто спасает. Но вы почитайте про него внимательней. Кстати, вот здесь еще подушка. Подушку я тоже приобрела. Сейчас сплю на ней, тестирую. И обязательно будет обзор, но, скорее всего, в августе. Дальше. Новинки для дома. Я не знаю, честно, не покупаю и не слежу. Просто вижу слово «новинка». Мне кажется, я еще не рассказывала про пресс для цитрусовых. 399 рублей. Ручной, конечно же, пресс. С подстаканником, со стаканчиком, в который все будет стекать. Ну и новинка, набор для консервирования. Ну, я тоже, это не моя тема, я не знаю, насколько это удобно или неудобно. В общем, смотрите, здесь в набор для консервирования входят щипцы для банок и магнитный держатель для крышек. То есть легко доставать крышки из горячей воды. Защищает руки от ожогов, удобное просто применение. Да, у нас скоро у всех будут заготовки, у всех, ну, кроме меня. И, возможно, это кому-то пригодится. Дальше, скидки на формы. У меня было отдельное видео про силиконовые формы. Очень классные, позитивного оранжевого цвета. Плотные, не гнутся у них края. В общем, я ими безумно довольна. Они еще и плюс красивые, а я люблю, когда я загружаю тесто в красивую форму. У меня вот есть очень страшная синяя, тусклого оранжевого цвета форма. Вот эти наши намного красивее и приятнее. Полотенца по желтому ценнику. Все очень лестно о них отзываются, очень хорошо отзываются. Я не покупала, у меня полотенец столько, что, мне кажется, мне жизни не хватит для того, чтобы использовать. И мне их все дарят и дарят. Ненавижу, когда мне дарят что-то для дома. Как это у меня повернулось? Ненавижу, когда мне дарят что-то для дома, потому что я люблю собирать все по цвету, как мне надо. А когда что-то дарят, это все всегда не в тему. Это всегда с какими-то цветочками, еще чем-то. Ненавижу это все. Я люблю все однотонное. И вот потом это все лежит, и не знаешь, куда это деть. Буду раздавать, наверное. Дальше, пятновыводитель и отбеливатель 249 рублей каждый при покупке двух продуктов. То есть не обязательно их брать в паре. Главное взять четное количество любого из этих средств. Дальше, ну просто мега цена на средства для плиты духовок, ну и на крем для чистки металлических поверхностей. Обратите внимание, средства для мытья посуды будут продаваться только по два, чтобы был хороший ценник. Один будет стоить 229 рублей, поэтому покупайте два. Очень много приятных ароматов, выбирай любой на вкус. Также 129 рублей концентрированное универсальное средство для кухонных поверхностей. Распробовали тоже у меня девчонки, все наперезаказывали по нескольку штук. 267 страница, невидимые носочки, новинка написана, да, но они у нас уже были, я думаю, что просто добавились другие цвета, и кто их носит, посмотрите.
Ну и последнее, что здесь пошла линейка с одеждой, со школьной формой для девочек, для мальчиков. Я не знаю, тут новая, не новая, листа из старых коллекций. Я единственное сделала стикер на водолазке, который я хочу купить сыну для школы. Ну, а больше ничего. Здесь все больше такое, ну, видите, да, вот с какими-то элементами. Школа требует все более лаконично. Единственное, вот хочу похвалить обувь, да, что она с белой подошвой. У нас школа, например, просит, чтобы покупали детям обувь на белой подошве, на светлой, чтобы она не оставляла черные полосы на линолеуме, на полу, чтобы его было легко мыть. И вот здесь Faberlic, конечно, большой плюс, что обувь вся на белой подошве, ее можно использовать и в качестве второй обуви в том числе. Ну, на этом все. Большое спасибо, что посмотрели. Если вы надумали все-таки зарегистрироваться, получить вот этот шикарный подарок, проходите по ссылке под этим видео. Я буду рада видеть вас в своей команде. Буду вашим помощником. Ни покупать, ни продавать я не заставляю. Все делается исключительно по любви и ради вашего удовольствия. Всем еще раз большое спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Поставьте лайк моему видео, если оно вам понравилось. С вами была Марина Соловьева. Увидимся в новых видео. Пока!